Ну что, дорогие друзья, день четвертый, Северная Каролина. За окном хорошая погода. Летают вот эти колибри. Давайте посмотрим, что у нас на завтрак. Приготовил себе кашку с фруктами. Два яйца. Это из курятника. Вчера достали, курочки работают. Вот такая вот булочка с этим кунжутом. И чай. Все просто. А это вот подарок, который я вез. Fallout Shelter. Ну что еще можно из Нью-Йорка привезти, да? Подарок. Что может Миха подарить? Только это. Но мне кажется, она в тему. Сегодня у нас план такой. Пойдем на рыбалку на лодочке. Там подснимаю. Половим рыбу. И потом поедем в магазин за картошкой. В воскресенье уже будем картошку жарить в костре. Так что это будет день пятый. И понедельник у меня заключительный здесь день, шестой. То есть получается 6 полных дней здесь. Но, ребята, это полный релакс. Тотальный релакс. Ладно, голодный. Пойду есть. Северная Каролина. День четвертый. В гости к американцу приехали. Конечно, здесь огромное количество земли, полей. Видите, там лодка. Катер какой-то, даже два, по-моему, катера. Так все это выглядит. И лес. Лес, поля, речка. Ребята, вот такая вот настоящая американская глубинка. Лошадки, лес, шикарная погода. Едем дальше. Ну что, дорогие друзья, мы находимся в маленьком городке Северная Каролина. Город называется Ленуар. Это где-то от Шарлотта, ну, может быть, полтора часа езды. Сюда приехали в Walmart за продуктами питания. Картошку сейчас возьмем, но для костра. Это следующая часть влога будет. Вот хочу вам показать цены какие. 2,94 на топливо. Просто халява. В Нью-Йорке уезжал, там что-то было 4,01, что-то такое, ну или 3,98, около 4 долларов. Вот так вот выглядит здесь все. Сейчас суббота, субботний день, машин полно, все куда-то едут по делам. Чистенько, аккуратненько, немножечко подснял из окна машины, ну, может быть, видели уже. Я просто не знаю, в какой последовательности у меня влог будет выходить, ну, как я нарежу все это. Уже в Нью-Йорке буду все это клеить, показывать. Вот тут сейчас заправляемся. И потом пойдем, ну, тут буквально чуть-чуть пройти в Walmart. Вот такая вот глубинка, ребят. Самолет там какой-то летит небольшой. Одномоторный, да, вроде? Ага. Як какой-то. Вот тут на лодочке кто-то уже собирается. Отдыхают люди, отдыхают. Суббота, воскресенье. Оживление сразу. А проезжали здесь на буднях, там в среду, в четверг вообще, в принципе, ну, машин мало. Машин мало, а тут просто оживление. Ну, особенно, конечно, когда приехали сюда ночью, тут вообще ни одной... Мы одни ехали по вот этой вот туда вот, в ту сторону, там, где находится вот этот дом отдыха. Ферма, все вместе. Вот такая вот тут обстановочка. Ну что, идем дальше, посмотрим на цены в Walmart, какие тут цены. Let's go. Ребят, цены на сигареты 4,80 пачка сигарет. 15 долларов такая же в Нью-Йорке. Ребята, вот находимся в магазине Walmart. Буквально на секунду зашли сюда. Хочу вам цены показать чуть-чуть, но не вижу нормальных товаров, которых я обычно беру. Ну так, конечно, какие-то консервы, соки. Я ищу пепси, хочу взять. Что-то такого вредного. Слишком очень много полезного было за последнюю неделю. Хочется немножко пепси попить. Вот такую, 1,5 литра где-то. А, ребят, пепси, конечно, дешевле. 4,78. А у нас такая, по-моему, 8 долларов упаковка стоит.
Это получается, да, 6 по 0,5. Вот такие нашел пепси-колку. А это приблизительно такая же цена за 2 литра. Вот это почему-то дешево. Ну, ты возьмем одну. Чувствуя себя Eugene Vlox, можно посмотреть на шмотки. Тут вообще, вот мне что нравится, в этих магазинах, ну, все. Абсолютно все есть там. И косметика, и средства ухода, и продукты питания, и как там, липучки от мух. Ну, в общем, все. Вы посмотрите на вот это огромное помещение. Я видел его вот по карте, когда изучал этот городок. Ну, куда я еду, я видел. Давайте походим немножко, покажу. Заодно немножечко цены на паузу можете поставить и почитать, и почитать. Да, ребят, даже неохота уезжать отсюда. А уже осталось буквально пару дней. Каждый день считаю, но не до отъезда, а до своего приезда, скажем так, в этот Бруклин. Еще поезд такой, знаете, как-то не особо. Винишко. Ну, цены, кстати, говорят, вот это и стоит, этот корбл. Это калифорнийское вино, ну, шампанское. Ну, типа игристое вино. Такое обычное вино в винном магазине такого не продают. Ну, кроме корбула. Корбул-то я видел. Такое дешевое. Красное такое. Ну, обычное table wine, столовое. А вот пиво. Пиво, ребят, Budweiser. Или что это такое? Bud, Rabbit, Miller. $17. Но это упаковка. 24 банки, ребят, по 0,3. $17. Что тут еще есть? Просто я почему-то увидел, мне показалось, что как Budweiser вот этот вот. Похоже. Миллер, Курс. Ну вот в основном здесь популярен. Вот Budweiser. Курс популярен. Миллер. Вот то, что я видел. Ну и, конечно, Bud. Больше так основной. Видите, тут даже немецких-то и нету. Таких вот. А Hofbräu, например, ну, это понятно. Вот Heineken, кстати, это Голландия же, да, вроде? Удивился, что здесь оно есть. Но его тоже так попивает. Guinness, ну, это так, на любителя. Вот, темное, видите, темное. Guinness, $11 упаковочка. Ну, то есть по $2 бутылочка получается. Ну, кстати говоря, как практически Hofbräu Original. Практически это Corona Light 16.27, но это пивной напиток. Видите, достаточно популярный. Я смотрю упаковки, так, премьер какой-то, Corona Premier, тоже 16.27, видите, 90 каких-то калорий. Это видно, премьер это такое, кто на диете сидит, можно пивка хлопнуть в упаковочку. 90 калорий в банке, придумают же. Не, смотрите, это низкокалорийное пиво, реально. Jesus Christ. В общем, вот так вот. Хорошо, что я сюда зашел. Да, ну это сидр уже идет тут. Яблочный. Я прям удачно зашел на винишко. Ну, знаете, как это? Нашел сразу все. Смотрите, здоровая бутылка вина какого-то местного. Cabernet Sauvignon. $11. Калифорнийское все. Все Калифорния. Пино Гриджо, написано, из Италии импортировано. Ну, там, я не знаю, в такую бутылку за $13 в Италии разлили. Я уже даже, мне страшно представить, что там за виноград и что там такое-то. Вот. В общем-то, как-то так. Идем дальше. Уже на выход. В принципе, я все взял, что хотел. Картошку и пепси. Вот мой набор. Готовимся к кострищу. А тут еще вот такие банки есть, смотрите. Здорово. Так, ну что, ребят, зашли в отдел электроники. Ноутбуки можно посмотреть. Hill Packet $600, $449. Ну, это такие офисные. Ну, неплохие, там нету графический этот. Конечно,
в какую-то игру серьезную Red Dead Redemption не поиграть, конечно, там, потому что на чипсете стоит. Ну, видите, Intel. $379 ноутбук. Какая-то уцененка, он $299 даже есть. Что тут еще интересненького? Роутера. Ну, $149, $200, там какие-то супер-пупер с большим радиусом. Охватом, в общем, короче, большим. Это $129 Roku для того, чтобы можно стримить видео. Ну, на телевизор, на большой. А вот и телевизоры сами. Смотрите, огромный телек, $500 всего стоит. Это два похода в магазин за продуктами питания. Если кто помнит, сколько телевизоров стоили 20 лет назад, это вообще жесть. Я покупал свой Sony за 2500, как сейчас помню. Это 2007 год был. 2500, ребят, отдал. Здесь, мне кажется, за 2500 можно... Я даже не знаю, какой телевизор. Есть за 1000 что-нибудь такое? Вот это $748 стоит телек. 748. Все в этом. 4К. Все 4К. $448. Нет. Здесь даже нету телевизора за 1000. А, во, я нашел. 998. А вот за 1000. Вот, 1200. Есть тут какой-то, нашел, ребят, 1200. Вот такой вот огромный. Samsung 4К, 85 дюймов, да? Ребят, 85 дюймов. Как весь, вся моя квартира в Бруклине. Я имею в виду вся стена. Вот заодно делаем обзор магазина Walmart. Цены. Тоже вот телеки, какой-то $214, это типа HD. Ну тут, даже не знаю, что так, это PlayStation VR 2, кстати говоря, очки виртуальной реальности $549. А тут что-то какие-то фишки, я в этом особо не шарю, но вот видите, для PlayStation тут какие-то девайсы есть. Да, тут уже диск. А, вот для PlayStation, Nintendo, все. Это видно клиренс, это на сейле, да, что-то такое. А это уже, я просто еще, ну, сами понимаете, первый раз в этом Walmart. Тут все подписано, все удобно. Вот для плойки, вот для Nintendo. Сколько там для плойки? Ну, $30, $19, $69 какой-то Ronin. Вон, Red Dead Redemption, $19.93. Видите, уже цена как упала. Был $50-60, ну, в момент релиза. Прошло сколько уже, несколько лет? Года 3, наверное, да? Как уже Red Dead Redemption вышел. Это, подождите, а, это Red Dead, это 2. Это, да, вот это то, что 3 года назад вроде. Ну, интересно, интересно. Тут, вот тут. Мета. Это от Фейсбука, да, что-то такое, это типа... А, это, я понял, карты предоплаченные берешь, там это все. Окей. Вот так вот немножечко электроники посмотрели. Я хочу еще бытовую технику, если я найду. Меня просто ждут уже, там надо ехать. Если успею, то подсниму еще бытовую технику. Надо будет ее найти здесь. Ребят, тут даже мебель есть, прикиньте. Шкафчики какие-то на кухне, $224. Уже, ну, вот такие вот. Стеклянные эти панели. Понятно, что все раз надо собирать самому. Вот за $200 тут есть какие-то столики, кофейные столики. Ну, в общем, все. Смотрите, велосипеды. Господи ты боже. Я даже не знаю, куда тут смотреть. Здесь просто... Так, ну-ка давайте посмотрим. Велики сколько стоят? $223. Такие вот. Видите, Mountain. Все Mountain. Здесь очень большой перепад высот, поэтому, мне кажется, это самая тема. О, $100 велик. Прикиньте. $100. Ну, как вам такое? Ну, вообще, $298.
Швин. Кстати, хорошая компания. Ну, такая, знаете, лоу-сегмента. Это первый мой велик был Швина. Или как он там правильно? Тут вот $248. Ну, так вот как-то. А вот этот что там такое? $300, да? Ага. И этот тоже, да, 300. Это вот горная здесь посередине. Ага, и внизу тоже горный. Блин, смотрите, какой. Вот это мощь. Трактор такой. Сколько он стоит? $200. Видите? Распродажа. $200. Трейл какой-то. Ну, нормально. Ну что? На выход? Какие перепады высот, одни холмы.